Привет всем! Забрала я сегодня посылочку со сайта iHerb. Первый раз я заказывала отправку данной посылки службой BoxBerry. Там на месте, значит, на тот адрес, куда я указала доставку, я забрала эту посылочку. Вся она была в целости и сохранности. Впервые я, как уже сказала, попробовала заказать этой службой. Пришла она... Посылка очень-очень быстро, через 5 дней после заказа. Очень я осталась довольна. И вот сейчас вместе с вами давайте посмотрим, что у меня здесь было. Заказала я вот такую зубную щеточку. Так, также заказала фирмы Эльф. Вот такая... Двойная палеточка. Здесь бронзер и румяна. Также, что у меня здесь еще? Тоник фирмы Madre Labs. Брала я его тогда по очень хорошей скидке. Не знаю, есть ли сейчас эта скидка или нет. Что-то совсем-совсем недорого. Большая бутылочка, объем 355 миллилитров. У меня с гамомелисом. Попробуем. Взяла вот такую миниатюрочку кистей от Real Technique. Очень они маленькие. Вот, смотрите, я так вот покажу. Вот видите, вот ну, практически с большой палец у моей руки. Немножко больше. Очень малюточки такие кисточки. Не знаю, хорошо брать дорогу. Посмотрим. По отзывам решила взять... Сахарный скраб фирмы Альба Ботаника. Второй раз беру крупу. А здесь, вот, видите, 10 разновидностей разных ингредиентов, то есть разных круп. Тут и льняная, и гречневая, овсяная. Так, тут... В общем, много-много всего. 10 различных зерен. До этого брала. Очень-очень понравилось. Очень вкусные каши. Да плюс еще к тому же полезные. Взяла еще раз. Также на пробу взяла зубную пасту. Это зубная паста для детей с вишневым вкусом. Фирма... Natural's Gate. Именно такую ни разу не брала. Она гелевая, насколько я помню по отзывам. А вот и по описанию пасты нету сульфата в ней. Для чувствительных десен подходит. Ну, не знаю, попробуем. Так, также взяла на пробу вот такие... Такой большой пакет мармеладок. Здесь 10 упаковочек. Они, по всей видимости, очень маленькие. Фирма... Не буду коверкать. Вот такое название. Были они также по какой-то там акции. Вот взяла также на пробу. Не знаю, не пробовала. Очень я люблю различные хлопья на утро с сайта iHerb. Взяла на пробу вот такие. Эверхон фирма. Такие хлопья с клубникой. Не знаю, попробуем. Потом расскажу, понравились или нет. Отзывы были хорошие. И еще вот такую взяла упаковочку. Немножко помялась она. Это тоже смесь. Это мюсли, наверное, уже больше. Вот видите, здесь это видно через окошечко. Мюсли и... Так, они с ягодами, с черникой и с вишней, если не ошибаюсь. Да, 50% написано фруктов в этой коробочке в составе. Также были хорошие отзывы, не знаю, попробуем. Взяла еще свою любимую вещь, беру не первый раз. Фирма Nutribiotic. Это спрей от порезов, ожогов. То есть, если, в общем, такая первая помощь при различных видах травмах.
Брала, очень нравится, моментально помогает моментальному заживлению, останавливает кровь, хорошо затягивает кожу, очень-очень нравится. Она с экстрактом грейпфрута. Беру не первый раз, всем советую. Также взяла вот здесь, что у меня. Ага, была акция вот на такую коробочку для таблеток, для утра и для вечера. Вот здесь раскладывается на всю неделю, на 7 дней. Также читала хорошие про нее отзывы. Крепкие. Вот так вот открывается. Крепко, кстати, очень закрывается, что хорошо, можно сюда хранить. Здесь хранить не только ложить таблеточки, но и какой-нибудь там бисер, может быть, какие-то пуговички, то есть что-то можно еще куда-то приспособить. Одна от другой. Здесь вот я смотрю, они, видимо, отсоединяются, вот эти коробочки. По-моему, очень неплохая штучка. Так, и последнее, что у меня здесь осталось. По-моему, если я не ошибаюсь, я заказывала, да, соус соевый. Также беру его не первый раз. Вот такая бутылочка большая, 296 миллилитров. Кикаман, органический соус соевый, чистый, натуральный, очень-очень вкусный. Брала, беру и, наверное, буду еще брать. Очень нравится у меня мужу, и все мы с удовольствием едим. Так, вот такие вещи у меня были в этой посылочке. Потом в обзорчике я расскажу про те новинки, которые я еще не пробовала, и выскажу свое мнение. Спасибо всем за внимание и до новых встреч. И снова всем привет! Продолжаю я обзор данной посылочки. Прошло уже какое-то время, я протестировала данные продукты и могу поделиться своим мнением. Давайте начнем вот с этого лосьона, фирма Madre Labs. Лосьон для лица с гомомелисом. Уже вот столько я использовала. Лосьон мне очень понравился, хорошо очищает кожу, увлажняет ее, отлично подошел для моей жирной кожи. Такой легкий, ненавязчивый запах. Очень хороший лосьон, нисколько не хуже, чем лосьоны фирмы Тайрс, всеми любимые на iHerb. Классный лосьон, рекомендую. Зубная паста фирмы Natural's Gate в виде геля. С вишневым запахом и вишневым вкусом. Очень приятная зубная паста. Пахнет она вишневой жвачкой. Не сильно хорошо она пенится, но ребенок у меня остался доволен. Очень ему понравилась эта зубная паста. Чистит теперь только ей. А лично для меня немножко не хватает вот этой мятной свежести, к которой мы все привыкли в зубных пастах. Но вообще очищает хорошо, отличный состав. Хорошая зубная паста. Такой большой пакетик мармеладок. В нем было 10 вот таких маленьких пакетиков, в котором находятся разноцветные мармеладные мишки. Таким образом они выглядят. Очень вкусные, приятный запах. Вкус довольно-таки насыщенный, фруктовый. Хороший состав. Можно употреблять вегетарианцам, так как в них нету желатина, а желатин заменен рисовым сиропом. Отличные мармеладки, очень нам всем понравились. Кисти фирмы Real Technique. Дорожный набор. Вот такие три небольшие кисточки. Я бы не сказала, что у них сильно хорошее качество. Вот слышите, они как звенят. Это какой-то легкий очень алюминий. В принципе, сами кисточки ничего. Неплохо они набиты. Мягкие. Ничего не вылезает. Вот это моя любимая кисточка. Ей я наношу в основном бронзер и румяна. Не очень она у меня чистая, не успела я ее помыть. А вот
Также вот это мне нравится, кисточка с таким маленьким ворсом, также удобная. А вот эту кисть я не очень поняла, не нашла ей пока еще применение. Мне кажется, она не очень удобная, не знаю, куда ее применить пока, ну, возможно, потом придумаю. Но в целом для дорожного набора очень неплохо. Вот такая двоечка фирмы Эльф. Это бронзер и румяна. Таким образом они выглядят с зеркальцем. Довольно-таки много здесь продукта. Я даже не ожидала, что будет так много. Приятные цвета. Не слишком они яркие, чтобы не казаться там матрешкой какой-то разукрашенной. Хороший бронзер, хорошие румяна, отлично наносятся, держатся, хорошо тушуются. Очень понравился мне этот продукт, а учитывая смешную цену, то нравится еще больше. И последние две вещи, два продукта, это мюсли и хлопья для завтрака. Вот таким образом выглядят мюсли. Здесь сказано, что в них 50% фруктов. В моем случае это черника и вишня. Да, действительно, ягод очень много. Вкусные мюсли. Не сильно они сладкие, но чувствуется натуральность и отсутствие консервантов. Сами вот эти хлопья довольно-таки жесткие, поэтому после того, как вы зальете молоком, лучше немножко подождать, когда они намокнут и будут чуть-чуть мягче. Вообще очень неплохие мюсли. А на сайте представлены различные вкусы. По-моему, там клубничные тоже какие-то есть. Еще какие-то. В общем, неплохие мюсли, можно к ним приглядеться. А еще вот такие хлопья с клубникой. Вот так вот они выглядят. Сами хлопья напоминают хлопья фирмы Любятово, но менее сладкие. Очень меня порадовали вот эти кусочки клубники. Причем это не какая-то сильно засушенная вяленая клубника, а вот похоже на натуральную во всяком случае кусочки. Приятный аромат, приятный вкус. Также они не сильно сладкие, но за счет этой клубники очень-очень вкусные. Клубники довольно-таки много в пакете. Мокнут эти хлопья гораздо быстрее, чем данные мюсли. То есть можно залить молоком и практически сразу их есть. Классные хлопья, очень понравились. Ребенок ест с удовольствием, поэтому советую к ним приглядеться. Ну и на этом я свой обзорчик заканчиваю. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!